Загара здесь. Она ждет твоих указаний. Загара, скажи, что бы ты сделала, чтобы изгнать тиранов? Я бы полностью уничтожила их войска на плато Бесстрашие, но добраться до него можно только одним способом — через костяной ров. Будь осторожна! Тираны затопили наши тоннели лавой. Мы будем уязвимы, пока не достигнем плато. Меня это не заботит. Ворфилд еще не знает, с кем связался. А как быть с артефактом Зелнага? Он может быть все еще у тиранов? Возможно, но я знаю, что он уже не на чаре. Опасности нет. Всем хайку, друзья, с вами, как всегда, Элиас, и, в общем-то, пойдем мы сегодня в лес. Знаешь, почему я тебя победила? Ты оказалась сильнее меня. Нет. Значит, быстрее. Нет. Не играй со мной, моя королева. Раскрой свой секрет. Поговори с Абатуром в эволюционном отсеке. Он мне расскажет? Он тебя изменит. Иди. Рой снова набирает силу. А что до тебя, Ворфилд? Мы отвоюем эту планету. Пусть твой император знает, что мы идем к нему. Иша, я везде вижу следы старой королевы клинков. Но я не могу вспомнить, почему я так долго держала войска здесь, на чаре. Ты изучала будущее, готовилась к великой войне. К войне? Объясни. Ты ничего нам не рассказывала. Говорила только, что тебе было видение нашего исчезновения. Ты хотела, чтобы мы сражались до последнего. Я этого не помню. Совершенно. Ну уж извините, а я-то что могу? Так, следующий уровень Керриган будет на 20 уровне. Поразить гиблингов, Керриган. Призывает 6 гиблингов с ограниченным временем жизни, либо запас здоровья союзных единиц, зергов. Угу, дикая мутация. Так, скорость атаки увеличивается. Я думаю, дикую мутацию возьмем, она прикольнее. Она много прикольнее. Расскажи мне, как ты изменил Загару? Вид мать стаи уже могла решать сложные проблемы, обучаться, руководить, фокусироваться на нескольких задачах. Повысил плотность мышц, увеличил площадь коры мозга. Может предусматривать многочисленные варианты развития. Гибкое мышление. Возможно, стоит поступать так же со всеми будущими матерями стай. Расширение объема мозга при текущей роли матери стаи не обосновано. Больший объем требует больше энергии. Также увеличивается независимость. Противоречит аксиоме, зерк не должен представлять угрозы для лидера роя. Времена меняются. Я хочу, чтобы мои слуги были как можно опаснее. Главное, чтобы не слишком. Едкая кислота. Результат. Боевая единица наносит на 100 больше урона. Основной цели с помощью обычной атаки. Радиус взрыва остается прежним. Кислота гиблинга наносит незначительный урон, нуждается в улучшении. Можно улучшить и кислотные соединения. Необходима мутация слизеобразующих клеток на внутренней стороне пазух с кислотой. Позволит двукратно повысить эффективность кислоты, значительно увеличить наносимый урон. Результат. Радиус действия увеличивается на 50%. Текущая прочность мембран пазух с кислотой недостаточна. Можно переделать, уплотнить мембраны. Пазухи с кислотой будут выдерживать больше жидкости. Увеличивается радиус поражения при взрыве. Целям будет намного сложнее избегать поражения. Помимо нанесения урона, гиблинг при взрыве также лечит ближайших союзников и здания.
Открытие. Успешное изменение состава кислотной слизи Гиблинга. Добавленные гены королевы Роя, отвечающие за переливание. При взрыве кислота будет очищать ближайших зергов от омертвевших тканей и залечивать раны. Значительно повысит скорость восстановления зергов. Я думаю, на 50% увеличим, не будем хилиться. Тем более, что я почти не произвожу гиблингов. Чтобы добраться до плато Бесстрашия, нам нужно провести рой через костяной ров. Тираны используют против нас все, что у них есть. Ну, я попробую. Это костяной ров. Единственный подступ к тиранской крепости. Я уже пыталась провести по нему свою стаю, но тираны выпустили против нас крейсеры Горгона. Они открыли по нам огонь. Моя стая редела на глазах, а вместе с ней умирала и надежда отвоевать чар. Смотри, это гнезда слепней. Они могут уничтожить крейсер класса Горгона. Их нужно только пробудить. Нам нужно просто прорваться через ров, а не тратить время на крейсеры. Если атака будет неожиданной, мы сможем обойтись малыми жертвами. А если нет, то рой будет истреблен. Тебе нужно научиться видению, Загара. Планируй, анализируй, рассчитывай. Нужно разместить опухоли рядом с гнездами слепней. Тогда они пробудятся от спячки и уничтожат Горгон Ворфилда. Все, что я понял за последнее время, это то, что надо, ну скажем так, ждать. Генерал Ворфилд задействовал крейсеры Горгона. Первый из них уже на пути к Улью. Какая громадина. Неудивительно, что в ущелье помещается только один такой корабль. Дух ему и не нужно. Скорее, распространи слизь до гнезда, чтобы разместить рядом с ним опухоль. Это пробудет слепней, дремлющих в гнезде. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы уничтожить Горгону. Да, я тоже на это надеюсь, но я это сделаю чуть позже. Потому Выкладывай. Что правильно, потому что я, мать его, буду ждать. Потому что это дает мне единственную возможность как-то развить свою собственную базу. Если вы ждать не будете, у вас есть одна большая проблема. Вы не сможете нормально развиться. А если вы не сможете нормально развиться, это значит, что вас ждет крах. Вот. И я эту миссию прохожу в первый раз. И, конечно же, я знаю, о чем говорю. Я думаю, подождем, пока он подойдет чуть ли не вот до сюда, и запустим. А пока что можно немножко фигней пострадать. Так, вроде нормально. Говори скорее. Ждем, пока все строится. Попутно мне нужен будет Evolution. Гиблингов я точно делать не буду. Логово потребуется. Давайте мутируем логово, это все равно даст нам больше возможностей. Я слушаю тебя. Так, он почти подходит. Горгона приближается к нашему улью.
Ну, думаю, можно вот так сделать. Тебя никто не спрашивал. Это мой мир. Блин, про ребят-то я совсем забыл. Мы разместили опухоль возле первого гнезда. Пробудись. Уничтожь эту горгону. Отлично. Это начало конца, Ворфилд. Гнездо слепней потратило всю свою жизненную силу, чтобы сбить горгону. У нас остались другие. Создай опухоль возле следующего. Быстрее. Вот. Но если мы, соответственно, будем создавать опухоль, как она и просит, то есть быстро, дико и типа раз-раз-раз-раз-раз, мы в итоге получим таких люлей, что мама не горюй. Выкопиться БЕ, построить. Пока нам не надо, то есть вот видите, он пока не запустил, еще все нормально. Сейчас нам нужно будет построить что-то полезное. Добывайте, друзья мои. Не, вы не добыли. Вот, все. Замечательно. Так, ждем, пока у нас идет развитие дальше. И попутно делаем. Выслать еще одну горгону в бой! Так. Новая горгона только сейчас будет выдвигаться. Здесь у нас довольно... Ну, не то чтобы прям дико мощные ребята, но... Нормальненько так. Ладно. Пора потихоньку делать армию. Я думаю, некоторого количества квин нам хватит. Говори скорее. Я сокрушу любые преграды. Ну, давайте. В биомассе зергов обнаружена полезная эссенция, ценные гены. Получить, сделать королеву клинков более сильной. Нужно будет попробовать найти все вот эти вот биомассы. Будем разгаживать опухоли. Так. На пятерочку, на двоечку, на троечку, на единичку, все поставим. Улучшение завершено. Все сюда, либо на Керриган. Что теперь? Да. Будем копить армию. Выкладывай. Они пока не могут стать. Как только он приблизится относительно, мы по нему долбанем. А пока что нет. Бам-бам-бам-бам-бам. Крейсер почти долетел до главного улья. Нам срочно нужно еще одно гнездо слепней. Два крейсера уничтожены. Сюда двигаются новые, распространяя слизь. Выслать новую горгону! Уничтожить Керриган! Нужно больше минералов. Покончим с этим. Да? Так, нужно немножко вот здесь все зачистить, ребят.
мало времени. Чуточку, я так иду. Сказать. Это мой мир. Нам нужно и делать постоянное дотекание. По крайней мере, пока нас не убивают, все круто. Враг атакует улей. Угу. Враг атакует улей. Вперед! Окей. Говори скорее. Я сокрушу любые. Давайте приказы. Убьем этого врага. Логично. Я же. Иду. Так, и сейчас Рой вот этой новообразовавшейся армией. У нас мало времени. Мы атакуем. А теперь придется немножко ускориться. Сброси десантные капсулы. Выкладывай. Я сокрушу любые преграды. Да? Спасибо, моя королева. Еще несколько отрядов зергов остаются закопанными среди погибших. Я хочу, чтобы ты была ближе к линии фронта, чтобы порождать опухоли. Понимаю. Чем больше будет опухолей, тем быстрее распространится слизь. Мы можем строить столько на слизь. Сейчас мне придется очень быстро из-за своей оплошности все это дело делать. Так, слизь очень быстро распространяется. Крейсер почти долетел до главного улья. Нам срочно нужно еще одно гнездо слепней. Мы можем строить только на слизи. И? Ну. Кто там из Квин? Yeah, baby. Наши войска должны избегать боя с Горгоной. Ее может уничтожить только гнездо слепней. Ну. Очередная Горгона уничтожена. Разбуди еще несколько гнезд слепней. Выслать еще один крейсер. Да. У нас мало времени. Так. Покончим с этим. Я иду. Это мой мир. Бедный гиблинг, он был последний, он такой я взорвался просто. Я сокрушу любые преграды. Рой, не знаю. Вперед! Так, вот я здесь иду. Вот, по-моему, есть... Я сокрушу любые преграды. Базы, которые можно Рой занять, не знает усталости. Покончим с этим. У нас мало времени. Рой жаждет крови. Базу, которую это можно занять, конечно, тут нет, но зато... Я слушаю. Рой не знает усталости. Да? Я сокрушу любые преграды. Так, замечательно. Быстренько сюда. Продолжаем распространять быстро-быстро слизь. Уже становится чуть потненько. Вот тут я их зря разделил. Ладно, пусть ребята справляются как-нибудь. Выкладывай. Говори скорее. Рой не знает усталости. Покончим с этим. Я сокрушу Всё, любые ок. Преграды. Ок-ок. Невыполнимая команда. Невыполнимая команда. Это мой мир. Распространяем слизь.
Улучшение завершено. Так. Пока норм. Выкладывай. Крейсер почти долетел до главного улья. Нам срочно нужно еще одно гнездо слепней. Улучшение завершено. Да. Еще один. Ворфилд, отдай мне эту планету. Никогда, Керриган! Генерал Ворфилд высылает еще один крейсер. Этот ров полон костей, и все это кости зергов. Совсем скоро и твои будут лежать там же. Войска атакованы. Это мой мир. Надеюсь, да, все нормально. Тебя никто... Иду. Рой не знает усталости. Бедный Тор. Да. Это мой мир. Я слушаю тебя. Что теперь? Наши войска невыполнимая команда. Наши войска атакованы. Невыполнимая команда. Атакована. Говори скорее. Рой жаждет крови. Невыполнимая команда. Ну, давайте-ка. Я слушаю тебя. Это мой мир. Да. Невыполнимая команда. Улучшение завершено. Мы можем строить только на слизи. Невыполнимая команда. Невыполнимая команда. Мы можем строить только на слизи. Быстренько. Крейсер почти долетел до главного улья. Нам срочно нужно еще одно гнездо слепней. Вперед! Наши войска атакованы. Выкладывай. Так, можно попридержать немножко. И где-то здесь, да. Выкладывай. Наши войска. Месторождение минералов выработано. Вперед! Покончим с этим. Выкладывай. Мы потеряли еще один корабль. Ты заплатишь за это, Керриган. Невыполнимая команда. Все круто идет, да? Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Я иду. Я сокрушу любые преграды. Так, нужен... Последний. Рой не знает усталости. Вон он.
Мины, которые дико хилят. Тебя никто не спрашивал. Это мой мир. Месторождение минералов выработано. Что теперь? Да? Так, а ну-ка. Рой жаждет крови. Говори скорее. Тебя никто не спрашивал. Наши войска. Так, быстренько. Невыполнимая команда. Невыполнимая команда. Выслать еще одну горгону в бой. Рой жаждет крови. Выкладывай. Дешево и сердито, дорогие мои друзья. Что теперь? У нас мало времени. Наши войска атакованы. Да. Вперед! Покончим с этим. Я сокрушу любые преграды. У нас мало времени. Это мой мир. Так, продолжаем. Невыполнимая команда. Невыполнимая. Они послали ворона для обнаружения опухолей. Уничтожьте его немедленно. Так, хорошо. Месторождение минералов выработано. Невыполнимое месторождение минералов выработано. Улучшение. Пока. Рой жаждет крови. Выслать штурмовой отряд к этому гнезду слепней, пока зерги не активировали его. Очередная горгона уничтожена. Разбуди еще несколько гнезд слепней. Эта планета принадлежит доминиону тиранов. Я не отдам ее. Еще как отдашь. Это ведь твоя последняя горгона. Ну, собственно, все, в принципе, осталось только не знает усталости. Забрать Керриган вот эту хрень. Иначе, как бы, зачем я тогда ее освобождал-то? Биомасса получена. Хорошие гены. Я сокрушу любые преграды. Это мой мир. Да-да-да-да-да. Невыполнимая команда. Невыполнимая команда. Я думаю, даже здесь подожду. Далеко ходить не буду. Ладно. Кто первый? Это последний. Это последний. Да. Отступить! Повторяю! Всем войскам Доминиона, находящимся в костяном рву, срочно отступить! Мы потеряли ущелье! Керриган, это Ворфилд. Я знаю, что ты меня слышишь. Хочу кое-что сказать тебе. Приводи сюда весь свой рой. Приводи всех, кто у тебя есть. Тогда мне не придется разыскивать оставшихся, когда мы уничтожим тебя. Увидимся на плато Бесстрашия, старик. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось, друзья мои. Всем спасибо за просмотр. Ладно, пока и удачи.